друзья, мы гуляли, с Ричем погуляли, у нас следы. И Сережа сейчас хочет немного почистить снег. Не знаю, будет сейчас чистить. Нет, смотрите, это наши следы. Ходили гулять. Какая красота. Падает небольшой снежок. Рич бегает. Рич. Ричу хороший. Рич, кто там? Кто там? Ну-ка, сидеть, сидеть. Дай лапу. Молодец. Ты мой хорошик. Сейчас придет Сережа, будет чистить. Рич, гуляй, гуляй, Рич, гулять, Рич, гулять, гулять, иди гуляй. Рич не убегает никуда. Хороший мальчик. Тут рядом со мной. Хороший. Хороший мальчик. Нормально. Сережа забыл шапку, а мы вот приехали в Можайск. Смотрите, какая красота тут. Я по деревцу. В прошлом году мы тоже тут покупали этих оленей. Вон они стоят, да?
24. Да. Это же громадная вообще. С какими-то этими лепестками. А вот это сколько стоит красное? 27 500. Капец. Да. Очень красиво. Угу. Угу. Вот так идет мороз этот. В общем, мы купили гирлянды, ну не здесь, а где мы были. Вот, я показывала вам. Купили гирлянды разные, уличные, лестницу украсить. И, значит, покажем вам уже их уже дома, потому что, ну, сейчас как бы показывать и темно, и неудобно. Вот, и были сейчас в Перекрестке. Нам, в принципе, ничего в Перекрестке такого не надо было. Ну, чтобы, я имею в виду, еда у нас дома есть, я вчера готовила. Все у нас такое есть. Взяли попить. Вот Сереж пьет. Вон еще взяли эту газигас. Не вот сувай меня. Вот. Но и взяли уже много что для Нового года. Дома все покажу. Кое-что на подарки, кое-что. А откуда покажешь? Ну, посмотрим. Не, подарки, наверное, не покажу. В общем, если что-то будет такое, что не на подарки, я вам покажу. А если нет, то не покажу. Ладно, дома разберемся, покажем, что можем. Может, и украшать будем сегодня, посмотрим. А может, уже в следующие выходные. Ну, вообще, надо сегодня. Так что едем теперь за топливом и домой. Время у нас уже сколько? 7 часов. Вот так, представляете, весь день. А, я же не рассказала, что 7 часов. Я начала снимать-то поздно, значит, все рассказываю вам. Сегодня к нам приезжали рабочие. Мы их вызвали, потому что мы же купили батареи. Вызвали. Да. Ну а как мы их вызвали, да? Мы их все время вызываем, когда надо что-то делать. Вот, в общем. И они поставили нам батареи. Дома покажу. В общем, у нас теперь 3 батарейки таких классных. И тепло очень. Уже сразу почувствовалось, что тепло такое. Ну, главное, чтобы горячо не было. Ну, ничего. Горячо это можно перекрыть, не проблема. Так что к холодам мы готовы. Вот у нас холодает уже -1, -2. Так что мы готовы к холодам. И вот это вот они делали очень долго. Поэтому мы выехали сегодня очень поздно в город. Ну, вот все. Все новости. Так, мы уже дома. Сейчас покажу то, что я могу показать, то, что не подарки. Во-первых, купили вот такую блинницу. Вообще, это тарелка для блинов. Сюда кладутся блины, сюда мед, там сгущенка, что-то, варенье. Но я купила эту тарелку не для масленицы, не для того, чтобы кушать блины, а как сервировочную. Вот, мне кажется, на стол очень иногда хорошо. То есть здесь можно какую-то закуску, здесь соус к ней дать. Ну, в общем, не... Хочу блины. В общем, соус сюда положить или не соус, а вот типа каперсы какие-нибудь маленькие, а здесь нарезка. Ну, в общем, в любом случае, знаешь, можно сюда, к примеру, маленькие там каперсы, оливки, здесь нарезка. Ну, в любом случае, это классная тарелка. Покупала, значит, Перекрестке, стоит 749 рублей. Может быть, потом еще куплю одну такую, посмотрю. Так, дальше. Тут в магазине, где мы покупали гирлянды, там вот такой вот Дед Мороз, на самом деле, это копилка. Но вот она прям настоящая копилка, здесь можно вынимать. Но я думаю, что просто как для декора. И вот такого, значит, снеговика. Кто это, только не знаю. Снегирь, наверное. Так, елочка. Шампанское на Новый год взял, Сережа, полусладкое. Да? Шампанское какое-то хочешь? Блюд? Нет, розовая. Нет, это Абрау Дюрсо полусладкая, классическая. Ну, в общем, возможно, для Нового года. Так, теперь я взяла вот таких вот
Две таких. Там это красная, потом красная. А, ну красная, да. Ну классическая красная, не розовая. Полусладкая, не полусухое. Нет, нормально. Почему плохо-то? Хорошо. Так, значит, смотрите, вот такая на стол, а можно для декора. Две таких и две вот таких вот просто со звездочками. На салфеток сервировочных. Потом вот две гирлянды. Это, наверное, на лестницу шарики. Шарики на елку, наверное. И бахрома. Гирлянда, уличная электрогирлянда, бахрома, уличная, 6 метров, 6 на 60. Все, желтенькая она вроде такая. Вот все наши покупки, а остальное я не покажу, потому что это там есть часть подарки, там еще кое-что. Друзья, посмотрите, какой сюрприз получился. Ну, я покупала просто как фигурку. Мне понравился снегирь, вот снеговичок. Вот здесь он был, ценник заклеен. Оказывается, ну, правда, он вываливается, но это не важно. Оказывается, он светится, вот так мигает. О! Вот такая вот штучка. Ничего себе. Подарок называется внутри.